Теперь обо всем по порядку. Лучшие научные труды удостоились сегодня самой престижной награды имени Аль-Фараби. Среди лауреатов оказались и физики, и сельскохозяйственники, хирурги, космонавты. Какой вклад они внесли в развитие казахстанской науки по итогам этого года и как отбирали лучших из лучших в материале Ляззат Цыгындыковой. В этом году госпремию присудили профессорам и академикам, которые занимались фундаментальными исследованиями в области физики, космической науки, инновационной промышленности, экономики и медицины. Казахстанских деятелей наградили, к примеру, за поднятие осетропроизводства в условиях неморского хозяйствования. Хирургов поблагодарили за внедрение современного способа протезирования тазобедренного сустава. Как отметил президент, за каждым достижением стоит кропотливый труд, неустанный поиск и исследовательский талант. Очень важно, что у нас осуществляются новые разработки, формирующие основы передовой экономики. И то, что мы создали центры здесь, в Назарбаев университете, в Алмате, в парке Алатау, они становятся центрами развития науки, там же осуществляются стартапы, там же коммерциализация, перенос лучших лабораторий, все это, я думаю, начало нового сдвига в науке. Я с радостью отмечаю, как молодежь пошла сейчас в науку, и заработная плата улучшилась, возможность улучшилась. Это очень хороший показатель, и это надо. Премия в области науки и техники имени Аль-Фараби присуждается раз в 2 года и является высшим признанием заслуг деятелей науки и техники перед обществом и государством. В этом году размер каждой государственной премии составил 18 миллионов 600 тысяч тенге. Всего на соискание премии поступило 26 научных трудов, но в итоге комиссии рекомендованы 7 работ. 39 лауреатов, которые прибыли в резиденцию президента за премией, и радовались, и переживали. Но больше всех волновался Талгат Мусабаев. Аллах сізге куш кулат, зор ден саулык берсін. Честное слово, Нурсан Абич, волнуюсь больше, чем когда вылетаю в космос. Шын жүрек. Кешіріңіз. Среди счастливых обладателей государственной премии замеченный заместитель Талгата Мусабаева. В целом премию получили 39 человек. Среди них 15 научных сотрудников Министерства по инвестициям и развитию, один из Минсельхоза, трое из Министерства образования и еще 6 от Минздрава. Премию также получили 6 научных сотрудников КАЗНУ и 2 специалиста КАЗМУНАЙГАЗа. Ляззат Цыгындыкова, Бауыржан Кожаканов, телеканал «Алматы».